батька. Человек, говорит, был, хотел съездить в Магадан, где доехал на летней резине. Ну ладно. Поехали на заправку. Он говорит, не знаю, где заправка. Первый раз здесь. Хотел в Магадан, говорит, поехать. Не доехал на летней резине. Но я тоже на летней. Ладно. Обманка на месте. Спасибо этому дому. Комментарии об этом кафе попозже с дороги. Заправка. Все по заявкам. Где же заправка-то, ё-моё? Крутиться заправку искать, ё-моё. Сто метров. Thank you.
спрашивать. Пойду спрашивать, где заправка, блин. Е-мое. Без 15:07. Открывается она в 8. Ближайшая Чульман, 70 километров. Поеду в Чульман. Ждать целый час, когда там люди проснутся, у меня нет желания. Честно. Нормальное кафе, стоянка бесплатная, федеральная, сказала буфетчица, хозяйка. Взял суп фрикадельки с картофелем. В общем, фрикадельки вполне нормальная еда, вкусно. А вторую котлету с гречкой. Тоже нормально, порядка 300 рублей. Стоянкой доволен. То, что вчера рискнул, поехал, я думаю, риск оправдал себя. Кстати, интернет здесь, Wi-Fi, нужно регистрироваться, тогда она сообщает пароль. Связи тут никакой, ни Мегафона, ни Теле2.
радио только одно. Одну частоту принимает, ну, в основном на якутском языке. Да не в основном, да на якутском языке новости передали и все. Так. Сегодня 32-й день движения. Возвращаюсь на трассу Амур, движение в сторону трассы Амур. На участке на этой дороге до развязки будут плохие. Плохие участки, на этом участке плохие участки. Короче, впереди будут плохие участки дороги. Вот это место вполне нормально, гостиницы нет, ничего нет. Туалет, умывальник, буфет. Хорошая кухня и бесплатная стоянка и Wi-Fi. Я спросил, можно на ночь остановиться? Она говорит, стоянка федеральная, бесплатная. Много машин останавливается, и маленьких, и грузовиков. Дальнобойщики, имею в виду. У кого что не спросишь, никто ничего не знает. Все впервые здесь. Спросил, там водила сидит. На заправке есть бензин или только газ? Нет, я не знаю, я ведь не местный. Ой, ё-моё. У второго парня спросил, тоже не знаю. Тоже проездом. Регулирую боковой видеорегистратор. Мне не очень нравится, что нас снимает много дороги. Погода на сегодня не знаю, но если будет дождь, то слякоть на участке, где идет ремонт, обеспечена с гарантией. Сейчас показывает минус 0,5 градуса холода.
но не чувствуется этого. Более-менее день удачно закончился. Ехал в темноте совсем немного. Все-таки нужно еще подправить боковой видеорегистратор. Солнце слева, облачность, не очень плотная. Прошла спокойно, ночью не просыпался, лег, закрыл глаза, открываю утро. Ну так, я бы не сказал, чтобы холодно. -1. Люди довольно приветливые в буфете, в этом кафе. Не сказать, что бросаются на шею от радости, но доброжелательность проявляется, чувствуется. Проглядывает солнце сквозь облака.
часов здесь. Послушал радио местное. Мне, откровенно говоря, не очень нравится с политическим уклоном такая утренняя информация. Охаивание Советского Союза. Конечно. От той политики, которая была в советский период. Но и считаю, что не надо плевать в историю, не надо, она была. Хотя и не была, она была. Что-то я не вижу информационных щитов. Долго вчера перебрасывал видео, часа, наверное, 3. Во-первых, боковая камера записала практически весь день. И фронтальный видеорегистратор тоже намотал немало. Да и проехал тоже не очень плохо. Побывал в Алдане. Что такое за торма? А, ну вот. Вот она, красота. Если 30 километров, мне тут, наверное, поменьше. Асфальтом.
сказать, что убийственные, но
установил правый видеорегистратор и боковую камеру, чтобы меньше снимать эти отбойники лучше. Сколько миллионов лет этим скалам, интересно, а? Этим горам? Светлое время суток интереснее, веселее.